Вот все говорят про этот Инстаграм, как будто без него нельзя бизнес построить. Я и сама все могу. А я вот понимаю, что социальные сети нужны и важны, но я не знаю, как с этим работать. SMM, SEO, таргет, что это такое? Так, девочки, без паники. Я вам сейчас все объясню. В наше время в мире цифровизации технологий без социальных сетей никуда. Ну реально, если вас нет в социальных сетях, значит вашего бизнеса и вас тоже нету. Смотрите, в мире вот столько-то человек. И вот столько-то из них пользуются социальными сетями. Вы понимаете, о чем это говорит? Больше половины человечества каждый день, минимум по 2,5 часа, сидят в телефоне, в соцсети. И вы сами это делаете. С утра, как только проснулись, ваша рука куда тянется? К телефону. Проверили WhatsApp, проверили почту, зашли в Instagram. Так вот, социальных сетей множество. Вот здесь сейчас графика вам все покажет. Их очень-очень много. Но лучше выбрать одну, чем присутствовать во всех социальных сетях. Нам нужно качество, а не количество. Так вот, мы провели анализ и пришли к выводу, что самая лучшая соцсеть, которая нам нужна и подходит для нашего бизнеса, это Инстаграм. Потому что в Инстаграме активных, уникальных пользователей 800 миллионов человек. Понимаете, 800 миллионов. Инстаграм – это то, что вам нужно. Все. Телефон, интернет, Инстаграм. Вам даже из дома не нужно выходить, чтобы продвигать свой бизнес. Так вот, значит, мы выбрали Инстаграм. Теперь, что нам нужно? Во-первых, это ваша страница, ваше лицо. Ваша страница должна быть красивой. Она должна притягивать людей. На вашей странице должна быть информация о вас, максимальная информация. Это адрес, это телефон, чтобы людям было удобно. Вы же сами понимаете, да? Вы заходите там на страничку какого-то магазина, и вы не хотите набирать номер, который там указан, вы хотите нажать на кнопку «Позвонить». Все. То есть вы должны сделать свою страницу максимально удобной для пользователей. Написали всю страницу на вашей страничке. Дальше вы переключаетесь на бизнес-аккаунт. Потому что бизнес-аккаунт дает нам возможность отслеживать статистику. Что такое статистика? Статистика показывает, кто ваша аудитория. Женщины, мужчины, сколько им лет, в какой день недели, в какой час они заходят на вашу страницу. А если вы знаете свою аудиторию, вы сможете найти к ним тот подход, который им нужен. Так вот, оформили страницу, переключились на бизнес-аккаунт. Там же есть кнопка, замечательная, магическая кнопка «Продвигать», я не перестаю о ней говорить. Это таргетинговая реклама. Что такое таргетинговая реклама? Вам не нужно в это углубляться. Для этого есть специальные люди, обученные, специалисты, называются таргетологи. Нам нужна всего лишь эта кнопочка «Продвигать». То есть вы связываете свою Инстаграм-страницу со своей страницей Facebook. И вот эта замечательная волшебная кнопочка «Продвигать», когда вы ее нажимаете, она автоматически выбирает вашу целевую аудиторию, и именно для них